Тверичане все чаще выбирают безналичные расчеты. Более 217 миллионов раз жители областного центра использовали банковские карты за 9 месяцев прошлого года, повысив тем самым на 5 с лишним % показатели 2022 года. Подробности в нашем сюжете. По данным Центробанка, на руках у жителей Тверской области 3 миллиона платежных карт. За 9 месяцев 2023 года их число выросло на 13%. Безналично было оплачено товаров и услуг на сумму 330 миллиардов рублей, что на 12,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Ежедневно тверичане совершали 753 тысячи безналичных операций по оплате. Сумма по оплате товаров и услуг за этот период составила 160 миллиардов рублей. Увеличилась и сумма среднего чека по безналичной оплате на 11%. Она составила 780 рублей. Доля активных карт за 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 выросла на 6,5% и составила 67% от общего объема эмиссии платежных карт. Для безналичной оплаты жители региона используют все доступные способы, подчеркивает эксперт. Каждый день они оплачивают необходимые услуги и продукты картами с помощью QR-кода, Bluetooth и GPS. Используют для расчетов NFC-метки и FacePay. В крупных торговых сетях появились и успешно работают терминалы для оплаты лицом. Популярности безналичных расчетов в регионе способствует развитие платежной инфраструктуры. Количество терминалов в торговых точках области за 9 месяцев выросло на 5,5% и составило более 29 тысяч штук. Если эта тенденция сохранится, то наличные купюры и монеты в обозримом будущем и вовсе станут экзотикой.